Всем привет! Вы на канале Let's Go to the Play, и мы продолжаем записывать седьмую часть прохождения игры Tasty Planet. Съедобная планета. Так, закончили мы вот на этом уровне. И поехали дальше. Смотрим, что нас ждет дальше. Так, пати, 100 people. Так. Надо съесть на этой вечеринке нам 100 человек. Я думаю, не проблема на вечеринках, потому что всегда куча народа. И мы их съедим всех. Ничего страшного. Ничего с ними не будет. Вон их здесь за экраном целая куча рождается. Только крики очень странные. Так. Женские, мужские. А, вот это не знаю, чей такой длинный... И пронзительный вопль. Так, вот это мужские были, это женские. Тонкие. Так, у нас уже почти 50. Слушайте, а что там у нас внизу? Может их больше? Да, их здесь гораздо больше. Так, а что-то он у нас растет, не растет, я что-то даже не заметил. Вроде не особо растет. Ну ладно, пофиг. Не суть важно, уровень, в принципе, здесь довольно-таки легкий, даже я сказал, вообще простой, по сравнению с там, где уровень, где там мыши были. Охренеть, там, блин, надо эти конфеты целую кучу надо было съесть. О, там даже то ли бронз, то ли серебро за это дали. Не знаю что, но пофигу. Так, едем дальше. Так, где-то мы среди, ну, вечеринки какой-то. Ладно, погнали, что нас ждет здесь? Что нам вообще здесь есть? Что-нибудь только есть? Что-то ты вообще даже ничего не моргает. Так, вот. Вот, нашел целый стол рыбы. Отлично. Нам подвернулась удача. Так. Вокруг столов, кстати, какая-то есть канитель. Так, вот и все. Мы сразу как быстро выросли и доросли до людей. Все, теперь они начинают от нас убегать. Но далеко, я думаю, не бегут. Стража. Так, вазы. Все, съедим, ничего терять не будем. Будем все почистую есть. Потом, наверное, столы все съедим. 73 сантиметра, и уже людей едим. Вот это чувак. Так, здесь что? Статуи? Ничего себе. Так, по нам кто-то стреляет или мне кажется? Там что-то... Так, какие-то арбалеты. Слушай, наверное, их нельзя пока съесть. Но они точно по нам стреляют. Мы потом их съедим. Главное, чтобы у нас не попали. Сначала все вокруг объедим, все, что побольше. И перейдем к арбалетику. Блин, да, кстати, они в нас попадают. Опять попали. Это плохо. Не надо, чтобы они нас попадали. А то мы сразу уменьшаемся в размерах. Не знаю, правда, насколько, но все равно. А, вот и все. Теперь нам ничего не мешает. Так, здесь мы не пройдем. Так, стал. Так, где-то вот отсюда стрелял, да? Давайте сожрем этот арбалет. Так. Ничего себе, вот тут арбалетов. Все в нас стреляют? Так, сначала надо их обезвредить, чтобы они нас не косили. Так, вон оттуда много летело всяких арбалетов. Давайте. Есть арбалеты. Они с нас, по нам стреляют с фланга. Так, здесь уже не проложу, офигеть. Так, что здесь такое за это? Не пролажу. Что-то можно съесть большое. Вот. Вот так вот здесь еще арбалеты у нас остались. Людей уже нету. Арбалеты сами по себе, я так понимаю, стреляют. Как в сказке. Но это игра. Значит, все должно быть по-игрушечному. Так, все, понеслось.
Вот это я люблю. Такую мега зачистку. Целое поле даже схерачил. Отлично. Продолжаем. Играть дальше. Так. Рыбные поля. Ничего себе. Так. Я думаю, мы перед ним сидим. А то он тоже что-то больно умный. Так. Людей. Можно. Людей есть. Их много. Давайте. Все в рот, ребята. Хоть у вас и копья, но это чудо все перемалывает. Так, а лев куда смотался? Он хотел мою рыбу, значит, сожрать, чтобы я не вырос. Так. Здесь одни люди, в общем-то, да? Пустой экран. Люди, кричащие, как эти попугаи. Нормально. Блин, слушай, куда почапал? О, вот ты здесь как мура... Вьёшь. Нихера себе, вот эта стрела у меня захерачилась. Тут от таких стрел можно сразу коньки отбросить. Ну ничего, я держался. Так, лев еще бегает. Так, все мне это придется съесть. Мелочиться не буду. Лев людей тоже что ли ест? Пускай вон его убивают этими своими копьями. Так, давай. Блин. Попали в меня. Блин, слушайте, да. Надоели. Львы, стрелы. Невозможно. Но все равно, я думаю, я затащу эту тур. Главное не попадаться на стрелы. И ко львам. Потому что уменьшаешься ты довольно быстро. Блин, вы еще достали тут. Так, мне надо людей, больше людей. Так, есть тут люди внизу? Блин, львы-то их тоже едят. Как ни странно. Да. Так, фиг тебе. Блин, не успел. Так, когда я уже начну есть львов? Смотрите, как они быстро едят. Блин. Вот прямо только ждут, когда я подъеду. Со своей штуковиной этой, которая все подряд ест. Так, 1,5 метра. Опа. Отлично. А то львов нам дадут покруче. Роста. Так, давайте. Нам надо все успеть съесть. Запасы здесь нескончаемые, благо. Поэтому торопиться тоже не будем. Блин, слушайте, а стрелы ли убивают львов? Только меня не убивают. Сейчас только что. Прям в него попали. И он испарился, как воздух. Вот я успел. Блин, не успел. 2 метра. Так, ну-ка. 2,2. Со львов много сразу придают. Так, все, надоели мне ваши агрегаты, которые убивают львов и все подряд. Все. Теперь я вас съем. Так, лев. И пару арбалетиков. Все. Закончили на этом. Едем дальше. Вот это рыбы. Вот это я понимаю рыбы. Целый рыбный рай. И львы тоже херачат всю эту рыбу. Но я им не дам съесть. Надо съесть быстрее их, чтобы потом успеть их съесть. Так. Торопимся. А то эти, блин, шелупони тоже много чего съедят, не дай бог, всю рыбу. Буду я такой маленький за уровень проходить. Нет, этого не надо. Едим сразу и все, и много. Сразу загребаем, как газонокосилка. Так, пока не могу. Не могу. Львов пока я есть не могу.
Но в принципе должно хватить здесь рыбы, чтобы сожрать львов. А, все. Отлично. Еще один, одного льва, наверное, хватит. Да. Это был легкий уровень. Поэтому переходим сразу ко второму. Не к второму, а просто к следующему. Так, что-то похоже у нас было с коровами. Они ходили целыми стадами. Блин, надо было там что-то попасть между ними. Но здесь вроде как попроще. Так вот они ходят целыми прям сразу толпами. Никуда не убегают. Будем есть их быстро, 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 быстро. 87 сантиметров, 88, 90. Итак, сейчас буду метр. Что здесь, кроме людей, есть вообще что-нибудь? Наверное, думаю, есть. Сейчас чуть-чуть побольше вырастет. И будет большущая, большущая карта раскроется нам. Это я так предполагаю. Может быть и нет. Блин, их прям валит целыми кучами. Как, знаете, муравейник такой. Ну ладно, буду просто их вот так вот. Может здесь стоит рутер раскрыть, и они сами тебе будут туда сыпаться? Может быть, потому что здесь вообще прям... Они как будто с поля боя бегут, такие пораженные, все в панике. Их я и здесь поджидаю. Ну ничего. Всех съем, никого не пропущу. Нет, походу буду одними людишками питаться. Медленно, но уверенно. Едим, едим. Всяких этих хренопопин. Ты тоже не убежишь. О-о-о! Ну и крики, а. Как будто их едят. Их и правда ведь едят. Так, вот так их будем загребать, загребать, загребать. Так, 2 метра. Сейчас будет 2,5 метра. Так, вот так вот их будем есть прямо всех цепочки. Кто-то может и спасется. Давай, давай, дружок, осталось совсем чуть-чуть. Еще, 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 наверное, до 3 метров. Может, меньше. Давай, наедайся, наедайся. Вон их здесь сколько. Они все равно бесполезны. Так, где они? Вот он. Прям по встречке. Все. Сколько мы их сожрали? 415. Нормалек, так? Так. Похоже, уровень был уже с мышами. Так, что тут у нас? Что-то все большое такое. Так, все, можно уже начинать есть здоровые яйчищи. Так, надеюсь, мышей здесь нету, которые все, блин, сжирают прям подряд. Надеюсь, их здесь нету. А то, блин, этот уровень мы вообще задолбаемся проходить. Нет, по-моему, нету. Это хорошо, когда нет мышей, которые тоже, блин, пожирают и не дают тебе порезвиться. Так, все, понеслось. Стаканы, стаканы, стаканы. Так, рыбу я еще не могу есть. Давайте пока есть все, что видим на столе. Так, нет, рыбу еще не могу. Так, давай стаканы пока хавай. Стаканы, стаканы, это хорошо. А все, рыба пошла. Рыба красная какая-то. Ого, так. Опять мы упали на пол. Так, вазы нельзя. Чё здесь будем есть? По-моему, в самом верху должно что-нибудь быть. Вокруг столов. Так, едем сюда.
Вот здесь еще это куча рыбы. И сейчас будем есть людей. Нет, 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 надо еще к одному столу. А, все, понеслось. Опять эти бешеные крики. Ну, они мне уже привычные, не пугают меня. Охранники, вазы. Ох, ничего себе, у них здесь вечеринка. Вот это я их тут раскусил. Устроили здесь пати, блин. Лохмати. Так, опять. Ну вот, здрасте. Только что недавний турвень был. Ну пофигу. Давайте все равно играть. Хоть он и похожий. Даже очень похожий. Ну уж, что нам дают, то и играем. Думаю, на этой неделе мы ее пройдем. Буду просто записывать серии подлиннее. Сейчас у меня еще одна игра, которую я записываю, YouTuber Life. Довольно интересная, там я буду записывать на ней побольше тоже серий. Сегодня не выпустил уже одну серию. Буду доходить там до 50 тысяч подписчиков. Потом, наверное, закончу. Сейчас я уже в той серии переехал, кстати, от родителей. В игре, я имею в виду. И все. Все там уже началось сложнее. Все по-настоящему. Так, так, теперь переключаемся на эту игру. Давайте опять съедать все эти стреляющие херовины. Потому что они у нас отнимают все жизни. Че, пролез? Так, продолжаем. Чуть-чуть пришлось маленько урезать. Проблемы были некоторые. Игра зависла и пришлось проходить уровень заново. Сейчас это все съедим. Вот это большая лягушка. Ничего себе, 111 метров. Давай, 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 давай. Сейчас ты взорвешься. Все. Что-то мы съели. Ого, сколько всего наели. Так, ну на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока.